Издательство «Она тоже художка» представляет. И вот мое яркое и необычное участие в прекрасном марафоне началось того, что я смотрела и находила в деревьях что-то необычное. То, чего не видела раньше. Стала делать отпечатки. Что в деревьях гуляет какое-то одиночество, возникла идея. Стала делать тоже просто отпечатки, просто красочкой, с подручных средств, растворителем. Получились такие пятна, что среди деревьев. Птицы, девушки-птицы. Вот, и уже в очевидном дело, как мы похожи на деревья. Ствол, волосы — это ветви. Это уже очевидно. Вот, стала рассматривать деревья. Вот тут интересный дуб, как будто лапа какая-то. Вот, просто смотрела, искала. Потом начала делать отпечатки. Вот. Деревья тоже такие, просто что линии. И вот при помощи этих линий потом стала совмещать. Кора мне напоминает вот так вот кору. Так тоже посмотреть. Увидела бесконечность. И вот я дальше эту бесконечность стала развивать. Тут тоже дерево, как будто ветки, ствол, так интересно получилось на фактурном. Вот бесконечность. Ну, что-то вот знак у меня простило, такому оно привело. Такой знак. И этот, с этой бесконечности у меня уже вышел вот такой знак, что делаю как будто как какой-то механизм. Что конкретно какой я так и не поняла, но увидела, что это механизм определенный какой-то точно. А вот. Дальше начала развивать. Это у нас коллаж из подручных средств. Насекомые тема. Очень понравилось на ткани нарисовать. Пятно тоже делала отпечатки, потом ручка очень понравилась. Потом стала упрощать форму насекомых. Думать, как же летает и что видит пчела. Вот она у меня такое видит под ультрафиолетом. Видела, ну это вот что она летит и вот видит через ультрафиолетовое излучение. Увидела мост. Какой-то мост. Дальше я решила этот мост развить. Представить в таком объеме. Это так бы хотелось мне этот мост сделать. Потом я увидела такую упрощенную форму. Угол моста. При помощи этого отпечатка я вот такую создала картинку. Получилось отпечатки. Как будто танец. Люди танцуют. Вот. Другое. Отпечаток, что это колесо тоже как механизм. Это что люди пыталась людей изобразить. В общем, шла к идее такой, что механизмы и люди. Как это связано? Дальше начала развивать тему. Это у нас птицы. Такая форма.
формы происходили на кальке. Интересно, отпечаток получился. Вот отпечаток тоже. Отпечаток краски, потом нарисовала как будто птенцы. Вот мама их кормит, получилось. Ну и вот это то, из чего я прям стала развивать посильнее картинка. Это птица в клетке. Вот, и дальше я сделала очевидное при помощи коллажа. Неочевидное, что человек. Ограничен, который не достигает своих целей, тоже как будто как в клетке пойман. Так, решила потом рассмотреть клетку. Что-то объемное. Так. И потом посмотрела под. Ну тут у меня просто закрепленное. Под другим углом на клетку. Такая мне пришла идея стилизовать это. Ну, это как шаблон. И осталось делать отпечатки, искать. Возникла как будто какая-то птица. Что это возникла уже свобода. Птица и свобода, врывающаяся наружу. Вот прям уже совместила. Понравилась там мне прям идея с птицей вот отсюда. Отсюда. Вот я прям тут сначала просто искала. Вот тут я ее уже чуть уменьшила. Что вот есть шанс всегда, если что появилось. Вот. Увидела, как ограничиваю вот из этого вот убеждения. Отзеркалила трафарет, то есть вот эту часть вот эту сделала. Увидела, что это как будто как песочные часы. И по поводу времени возникло у меня такое осознание, что принимая такие решения, ну это у нас очень, ну как бы вот, сковывает нас, держит прям в каких-то рамках такие плохие решения. Вот. Ну такая родилась идея. И это было мое открытие, оно потрясающее. И это как бы свобода, которая все-таки я сделала, что она вырвалась, так как я сделала это открытие. И теперь у меня я не буду иметь такую идею. Вот. Спасибо.